Вот, попали на какую-то заброшенную территорию. Там вот пик строит дома какие-то. Тут вот через лаз умудрился я пролезть. Сейчас мы попробуем попасть вот в это здание. Вот, но не гарантирую ничего. Ну, итак, поехали. Тут у нас вход. Правда, сильно загаженный. Хотя вот станок от шиномонтажа стоит. Ага. Сейчас я лампу одену, и будет более-менее видно все. Так, вот сразу видно, что дверь забаррикадировали изнутри. Вот. Здесь вот какие-то личные вещи остались. Станок шиномонтажный. Даже с третьей рукой. Подзакисло, правда, все. Но по факту работает. Вот. Шланги. Много колес раскидано. Инструмента как такового теоретически не осталось. Вот. Ну, сейчас пойдем в другую комнату сходим. О, доска, представляете, для сноуборда. Целая, не битая, но без крепежа. Представляете? Вот так вот. Тут у нас что? Тут тоже много всякого хлама. Кровать, шланги, ботинки. Тут вот, походу, еще один вход был какой-то. О, два огнетушителя стоят. Каска. Еще одна каска. Подголовник. Сиденье от какой-то иномарки. О, татарские пироги. Ну, такое заведение это было. Умывальничек. Туалет. Вот тут еще какая-то дверь куда-то. Но она, походу, закрыта. Да. Она закрыта. Мы тогда закрываем на место и туда не лезем. Ну, тут непонятно. Вот еще один, кстати, подголовник от машины. Может, здесь типа столовой было? Что-то. Ну все, заведение на самом деле маленькое. Тут податься-то некуда. А, там же еще одна комната была. Мы до нее не дошли. Вот она. Это, наверное, хранение было колес. Кулер вот тут валяется.
Без холодильника. Без холодильника. Ну и все, тут одни колеса, колеса. Коробка от домкрата. Инструмент. Но тут, конечно, ни черта не будет. Тут сплошной хлам. Хотя сверло там лежало неплохое. Так, пару колпаков. Ну и все. Батареи еще не срезаны. Все, здесь больше смотреть не на что. Вот такой вот заброшенный автосервис. Нашли шиномонтаж. Подбитая лампа заднего фонаря поворотника. Не знаю, от какой машины. Даже не могу предположить, что за поршень. Верхнюю часть пылесоса забрали. Нижняя осталась. Ну или где-то здесь валяется. Просто не хочу заморачиваться, что-то искать тут. И так все ясно и понятно. Все. Больше тут смотреть не на что. Выходим. Сейчас, конечно, попробуем пройти чуть дальше. Вот, потому что я смотрю, там что-то еще есть. Но там стоит машина. Там даже свет горит. Видите, машина вот там вдали стоит. Там, скорее всего, охрана. Сейчас нас увидит, побежит за нами. А мы ничего сделать не сможем. Поэтому аккуратненько отсюда уходим. Вот снаружи выглядит этот автосервис вот так вот. Вот, причем, блин, а тут двери открыты. Чего мы сюда-то не вошли? Прикинь. Ёб-макарёк. Точно. Тут еще дверь открыта. А мы здесь еще не были. Во, блин. Ну это походу кафешка тут была какая-то. Ну да. Они вот тут что-то готовили. Тут у них кухня была. Тут какие-то ингредиенты были. Вот печка стоит в углу. Они тут лепешки делали. И все. Выходим.